что там проблемы на меня. Реальный мир нам надо поменять. Достали читаки, я достал. Всем привет, с вами я, Александр Сучков. И вот, в общем, я, в общем, иду, гуляю, можно сказать. О, просто так иду сейчас. Просто так хожу. Решил сейчас снять видео просто. Сейчас я иду в магазин игр, типа закупиться играми полностью вообще, чтобы новые игры были у меня, чтобы поиграл я потом в них, потом скину геймплей игр или что-нибудь такое. В общем, я туда сейчас иду. Так, я почти дошел до него. Вот здесь есть фитнес-клуб. О. Так. В общем, продолжение следует. Я сейчас дальше уже иду. Прохожу. Такой вот красивый домик. Он желтый какой-то. Да, выглядит, конечно, он круто. Так. Я почти дошел до него. Я ни разу в нем еще не был, потому что я покупал игры в другом совсем магазине. Сейчас решил в этот пойти. Он находится от моего дома где-то, не знаю, за километр, наверное. Не знаю, я в нем никогда игры не покупал. Может, куплю потом как-нибудь. Вот сейчас я пытаюсь до туда дойти, уже иду где-то минут 15. Вот я подхожу через арку. Вот я вышел. Вот я дошел, короче, до стоянки какой-то. Здесь типа какие-то тачки. Вот. Иду, короче. Короче, ребят, продолжение следует. И 3D принтеров не было. 3D принтер ломает. Сначала нам нужно раскатать два пласта теста. Видеокарта. Самое правильное всегда было. Вот я, короче, сюда пришел. Так. Игры здесь. Клавиатура. Компьютеры. Так. Велики. Ноуты. Крутые. Здесь PlayStation есть. Вот. Black Ops 3, который я уже прошел как-то. Так. Чехлы какие-то. Так, во. Самый прикольный комп, наверное. Так, сейчас посмотрим дальше. Итак, я купил игры, то есть я купил себе нового вечера, то есть Ведьмака я купил третьего, то есть не самого его, а только к нему дополнение Кровь и вино, так как оно вышло недавно. Я еще купил новую игру, которая вышла недавно, и вот я сейчас жду игру под названием No Man's Sky, которая выйдет только в августе, поэтому я его сейчас жду. Как вы видели в магазине, все очень дорого было, но так как я пришел только игры покупать, я купил вот одну только игру. Цены, конечно, здесь в этом магазине дорогие. Даже в моем магазине идет дешевле, который я покупаю игры. Ну что ж, вот я сейчас
иду к машине. Может, я потом еще с ним в машине, как я еду. Ну, наверное, вряд ли. В общем, вы увидели все. Что я могу еще сказать? То, что это все очень круто получилось, это видео. Ну что ж, мы продолжаем идти. Мы идем. Проходим здесь по дворам. Короче. Возвращаемся, короче, на стоянку, где стоит тачка. Сейчас поедем на тачке обратно домой. Короче, то есть я с другом приехал. У него тачка, короче. Ну что ж, смотрите дальше видео. Кстати, открывайте кейсы на сайте Nubuzz. Если вы уже открывали и вам выпало самое крутое, то я за вас, конечно же, рад. Ребята, ну короче, ладно, сейчас дойду до машины, потом посмотрю, снимать ли еще или нет. Ну ладно. В общем, сейчас я иду. Сейчас мы продолжим снимать наше прикольное видео. Вот мы пришли к тачке, короче, вот она. Вот так вот тачка. Вот. Ну, короче, вот. Ребят. Сейчас поедем на ней гонять, ребят, правда. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки за это видео и за тачку тоже. Пишите комментарии и, в общем, и всем пока. Сейчас залезаю, все. Короче, ладно. Всем пока. Так. Всем пока!